Ну а теперь наши рейтинги самых освещаемых сюжетов по телевидению и самых запрашиваемых в интернете. Пятерка новостей недели по версии наших коллег из теленовостей выглядит следующим образом. Замыкает список кончина и похороны известного актера Игоря Старыгина. На четвертом месте празднование десятилетия падения Берлинской стены. Катастрофа военного самолета Ту-142 на Дальнем Востоке занимает третье место. Далее уход из жизни знаменитого ученого, Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. Ну а больше всего в теленовостях освещалось ежегодное послание президента России Дмитрия Медведева Федеральному собранию. Сравним с теми сюжетами, которые вызвали наибольший всплеск интереса у тех, кто привык искать новости в интернете с помощью поисковой системы Яндекс. На пятом месте самоубийство вратаря сборной Германии Роберта Энке. Строчкой выше выдвижение Александра Мишарина на пост губернатора Свердловской области. Далее сразу два совпадения с телерейтингом. Пользователи откликнулись на новости о кончине Виталия Гинзбурга и Игоря Старыгина. Самый большой всплеск интереса был проявлен к целой череде новостей и событий, вызванных видеообращением майора милиции Алексея Дымовского к премьер-министру Владимиру Путину. Эта тема не только заинтересовала пользователей, многих она заставила высказаться. По данным того же Яндекса, эта тема вошла в тройку самых обсуждаемых в интернет-дневниках. Все.